метеопрогнозах расскажет Небесная канцелярия. Спонсор программы – строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест», один из крупнейших застройщиков в области. 6 мая, по данным ГИСметео, в Северодвинске ночью ожидается 1 градус ниже 0, днем плюс 10. Ясно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, слабый, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня немного понизится и к вечеру составит 767 миллиметров ртутного столба. Завтра и эмоции, и логика будут одинаково сильны. Благодаря этому день хорошо подходит для любых важных и ответственных задач, будь то деловые переговоры или объяснения в любви. Главное завтра не растратить свой потенциал на пустяки. Впрочем, что касается пустых или безрассудных поступков, то завтра вам едва ли захочется тратить на них время. На этом у меня все. Улыбайтесь чаще, и день обязательно сложится удачно. «Аквилон Инвест» – один из крупнейших застройщиков Архангельской области. Представляет пятиэтажный жилой комплекс повышенной комфортности «Пионер» на пересечении улиц Торцева и Пионерской. Стены из кирпича, теплая керамика, благоустроенный двор, лифт, планировки по концепции «Разумные метры», первоначальный взнос от 10% и беспроцентная рассрочка платежа. Спешите! Квартиры от 1 миллиона 665 тысяч рублей. Подробности в офисе компании по телефону 52 400. Проектная декларация на сайте aquilon-invest.ru.